Привет. Мы с Сережей идем из сада. Я сегодня его немного пораньше забрала. Да, Сереж? Ага. Сережа у нас в дворнике записался. Пока покупали фрукты, стояли, фрукты покупали. Он всю дорогу около палатки расчистил, да, Сережа? Расчистил всю дорогу. Дедушка там с бабушкой проходили. Говорит, ой, какой молодец. Да, Сереж? Сережа помогает. Нашим дворником. Устал? Смотри, а то перетрудишься. Ты сильно это, не напрягайся. У нас вон сколько дворников ходит по двору. Обубирайся весь. Лучше не надо. Я не имею в виду, что это плохо. Нет, дело не в этом. Вот сейчас будут крышу чистить. Поставили такие знаки. Сейчас будут чистить крыши опять. Сегодня целый день шел снег. Что-то я на крыше никого не вижу пока. Они только собираются. У них, наверное, сейчас обед был. Они только собираются. Все? Сейчас вот это все полное отключу и пойдем. Серёня молодец. Это все он расчистил. Нет, туда не надо выходить на дорогу. Там уже это. Пускай дворники убирают. Вон трактора ездят все равно. На чего они? Для чего они нужны? Сережа очистил. Всю дорогу около подъезда. Устал? Нет. Нет, не устал? Уж пойдем еще к первому подъезду почистишь. Я пошутила. Не-не-не, я пошутила. Нет. Все, мы сейчас домой пойдем. Хорош. Я пришла за Сережей в сад. Это их зайчики. Они рисовали зайчиков. Сережины. Вот они. Два гиганта зайца. Больше елки. Почему? Потому что они больше елки. По два зайчика. А кто-то сразу четыре нарисовал, да? Ульяна. Четыре нарисовал. О, здесь вообще Дуня 2, 4, 6 зайцев нарисовал. Короче, кто на что гораздо. Я 2 нарисовал. Да, ты нарисовал 2 гиганта. Давай, переодевайся. Ну ты мама забыла. Что, машинку? Машинку, да. Она у меня в кармане была. Я так и знала, что ты забудешь. Давай штаны одевай, что ты ходишь без порток. Зато уже надел. Гуляли? Ну, гуляли, да. Так, Илюша изъявил желание подстричься. Сейчас он выглядит вот так. Да, выгляжу вот так вот, и тут вдруг случайно. Да, сегодня ему приспичило. Он говорит, мама, подстриги меня. Пошел. Но все не так просто. Не просто подстриги, он хочет стрижку Цезарь. Короче, лысый буду я бегать. Да, я не знаю, что там за стрижка. Вот сейчас я включила YouTube, сейчас буду учиться, как... Сейчас буду учиться, как его подстригать. Да, на лысо, но только надо как-то по-особенному его подстричь. Вот сейчас будем учиться. От лица к затылку. Вот сейчас Илюха такой будет. Красавчик. Да, красиво же. Бывает выше, не бывает ниже. Илья, похоже, переоценивает мои способности в стрижке. Я не знаю, конечно. Вот у нас есть машинка Philips.
Сейчас попробуем. Вот у нас острые ножницы, потому что у него очень много волос. У этого парня по сравнению с Илюхой. Ну, вообще, если да. Так вот ему подровняли все. Короче, Илья хочет, чтобы я ему стрижку вот такую сделала. Не знаю, конечно, сейчас посмотрим, что получится. Хорош семечки грызть. Садись. Чика. Да, короче, сейчас Илью будем кромсать. Все его волосы. Да, Илья? А потом Илья будет отращивать волосы. Со всех сторон сразу. Со всех сторон, да. То у него сейчас прическа так. Сюда с я одной стороны снимаю. Есть волосы, с другой нет. А теперь он... Сейчас мы сострижем. И потом он будет отращивать со всех сторон вот такие волосы. Смотри, нет. Отойди, я тоже здесь сниму. Куда я отойду-то? Да, да. И вот что-то теперь тоже нахуй странное что-то. Первый локон отрезаем. Он даже режется сложно. Да, у тебя волосы очень такие. Больно? Да. Короче, я не могу и снимать. Охренеть, да тут просто, не знаю, надо сфоткать потом кучу. Кучу волос? На меня-то не стряхивай. Короче, стрижем. Все, обкромсали мы Илюху. Ну, наполовину только. Да, наполовину только. Все, теперь килограмм. О, теперь я опять похудел. Блин, на полтора килограмма. Наоборот, только в армию забираю. Так, все. Вот Илюша лысый. Сейчас мы будем делать окантовку Цезарь. Да, Илья? Мне кажется, у тебя уже и так все окей. Мне кажется, у меня и так уже окантовка автоматическая. Потому что я в душе Цезарь, как бы, да? Посмотри. С самого детства Цезарь был. Все, Илюха подстриженный. Все, Илюха лысый. Подравнивает. Прошелся. Прошел, что все полы теперь. Сережа, не ходи здесь. Подожди, нет, здесь много это, волосни. Вот что получилось с Илюшей. Покажи бок и задом повернись. Да бока я еще не доделал. Какое получилось, еще ничего не получилось. И вот зад. Так, надо скрыть волосы. Я так незначай просто шапочку сниму и типа ничего не видно. И все удивятся. Шапочка. Зато теперь волосы не на это, прическа не примнется в шапке, да? Теперь всегда же будет идеально. Ну, слушай, так даже на мой как будто ничего не меняется. Повернись. Сними капюшон-то. Илья, повернись. Ну что ты снимаешь, да? Всем привет, классно подстригся, как Цезарь практически, только не совсем. Дешевый, это, такой дешевый вид Цезаря, такой немножко очень удешевленный, за бесплатно. Ну мы старались, правильно? Ну мы старались как могли, я даже Ване там немножко не то состриг, как я понял потом, поэтому пришлось все исправлять заново, и в конечном итоге получился дешевый вид Цезаря.